Между тем, за последние 9 месяцев товарооборот Беларуси и России увеличился на 16% по отношению к такому же периоду прошлого года. Это сегодня сообщил заместитель руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске. Перспективные направления – строительство, фармацевтика, госзакупки и промышленность. Отмечу, наша страна занимает 84% импорта всей молочной продукции в России. В первую очередь нам дальше нужно развивать научно-техническое сотрудничество, потому что в союзном государстве и в постоянном комитете этому уделяется очень большое значение. В этом году мы реализуем 12 союзных программ, и из них 8 программ являются именно научно-техническими. То есть это научно-технический потенциал двух государств, который мы соединяем, получаем какой-то инновационный продукт, потом внедряем его в производство и получаем конечный результат. То есть вот на этом должно быть сосредоточено основное внимание. Почти завершилась подготовка к форуму регионов. Состоялось уже и заседание оргкомитета, где были приняты доработки программы. Напомню, главной площадкой форума станет Могилев. Планируется заседание 5 секций по экономике, молодежной политике, АПК, международной деятельности и цифровой экономике.